Добрый день, уважаемые друзья и гости моего канала. Сегодня у меня необычный день. У меня сегодня день рождения, и так не только день рождения, но еще и юбилей. Я сегодня стала отличницей. Как я подошла к этой дате, я вам немножко расскажу, с каким настроением. Настроение у меня очень хорошее. Я не чувствую никаких лет. Настолько, сколько у меня будет сейчас по документам. Вот. В душе мы, наверное, всегда остаемся юными и чувствуем себя настолько лет, насколько у нас настроение внутри. Я счастлива, что у меня такие прекрасные дети. Сейчас у меня и они определены замужем. Я прям рада в этом году. Все новогодние пожелания у нас сбылись. Вот, то, что они у нас, что дети мои, мои дочери в надежных руках, я чувствую то, что они никогда не будут, всегда будут с поддержкой. Дети, внуки теперь у меня есть, в этом году я стала еще раз бабушкой, у меня появился второй внучок, вот, поэтому я очень счастлива. Муж прекрасный, всегда он рядом, всегда поддерживает меня во всем. И всегда это было по жизни, всегда он меня поддерживал и был всегда со мной рядом. Поэтому что можно еще пожелать себе в этот день? Только в дальнейшем, чтобы у нас все так же было, все стабильно, хорошо, чтобы все были здоровы, счастливы, радовали друг друга. Вот. Я никогда, раз у меня день рождения перед Новым годом, я никогда праздник не чувствую до тех пор, пока не отмечу его. Поэтому вот сегодня мы отметим. Я с утра приготовила закуски, сейчас придут еще мои одни дети поздравить меня. С утра меня уже поздравили вот таким прекрасным букетом, очень такой красивый, прям шикарный. И очень порадовали меня. Вот. И мы отметим этот праздник мой, и потом уже будем думать о Новом годе. Желаю также вам хорошо встретить Новый год, чтобы все ваши мечты сбылись, которые не исполнились в этом году, реализовались на следующий год. Всего вам хорошего, всем здоровья, счастья, и спасибо, что вы у меня есть. Я очень